Фух, всем здорово, Сибиряк 007 с вами, ну или как там, здорово, народ. Это свершилось, сегодня первый выход на моей новой лодке, не той маленькой, на которой вы меня регулярно видели в прошлом сезоне, да и в этом уже видели, а большой ПВХ лодки с мотором на большую воду. Водичка на оби наконец-то упала, и вот сегодня мы решили, что пора ее спускать. Так, все, не материмся в кадре. Ну, собственно, вот она, наша красавица, как я ее обозвал, скорая помощь. Напарник сегодня мой отец, давно вы его в кадре не видели. Наверное, с того момента, когда он мне чуть леща не дал за упущенную щуку. Этот момент многих приколол. Ну вот, лодочка у меня Aquilon SV, это наша новосибирская компания эти лодки делает. Размер 360, с надувным дном она, вот, моторчик. Ну, как я считаю, один из лучших китайцев, это Heidi 9.9. На первый раз собрались, потребовалось нам времени 50 минут. В общем-то, думаю, неплохо. Дальше будем собираться, наверное, быстрее. Ну что, пробуем, спускаемся. Оп! Первый шаг на пути к трофеям сделанный. Сейчас еще второй шаг будет. Оба, второй шаг тоже сделанный. Отлично, мы куда-то сели, залезли. Я думаю, может, пока вообще заякориться. Встать на месте, чтобы нас не несло. Заведемся для начала на первый раз. Дальше видно будет. Так, мне жилет мой давай. Да, пока опусти якорь. Здесь не глубоко, метра три должно быть. Так, ну и что, пробуем завести? Ох ты! Закрыл. Убрал? Ну давай потихонечку пробовать. Уплывем. Нам быстро нельзя, мы потихонечку плывем. Деление там смотрел. Вот на таком ходу нам пока можно только идти. Ну что, народ, вот и первый проход на лодке закончился. Приплыли на уже давно избитую известную точку. Мы все-таки же не только кататься на лодке и обкатывать нее, но и попробуем еще и поймать какую-нибудь рыбу, поджиговать. Вот. Ну, первое ощущение, конечно, непередаваемое. Наконец-то своя лодка на моторе. Это, конечно, круто, чё. Я думаю, по моему лицу все написано. Ладно, давайте пробовать ловить рыбу. Мне нужен большой-большой поводок на 30 сантиметров. А то вдруг здесь клюнет большая-большая щука на 30 километров. Я сегодня решил без экспериментов, потому что больше плавать будем Jackal Rhythm Wave 3.8. Это тот бомбезный брахвост, который в том году мне сделал одну из самых лучших рыбалок. Сегодня под него еще крючочек надо подобающий. Так, 5.0 многовато от Crazy Fish. Геометрия разная у крючков. Надо 4, наверное, 0. Да, 4.0 от Crazy Fish Big Game Offset Hook. Хорошие крючки, острые, мне нравятся. И цена адекватная более чем. Что я могу, ребята, сказать? Твин после ТО работает, конечно, изумительно. Прям прекрасно. Мастеру зачет. Я, короче, предлагаю дальше плыть. Что-то здесь как-то грустно, мне кажется, ни хрена в ней нет. Может, какая-нибудь есть одиночная рыба. Запаришься ее выковыривать отсюда. Так, пробуем обловить небольшую бровочку с метра на три. Холод нарисовал там рыбу. Сейчас проверим, что за рыба и кусается ли она.
Так, ну это пока миляк идет еще этот. О, рыба есть! И отвалилась. Блин. И рыба неплохая была. Да. Да удочку до полтоса загнуть, баранку. Ну что, вон зубы известной женщины. Кого вам здесь поставить вкусного и красивого? Кренка, вода теплая. Гилкра от Джекал. Вот она есть! На крэнк! Какая-то небольшая рыбка. Нет. Слушай, как бы это даже не окунь был. Да, и окунь-то хороший. Глянь, какой на крэнка. Так это что, стая окуня, что ли, там стоит? Ни хрена себе, окунек. Так я говорю, что меня подсело так удачно. Нету, съели. Хорошая куняра. Там тоже 3 метра же было вроде бы. Вот, есть, есть. Тыкал, 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 доел. Ага. А что-то я не пойму, что это. Это походу щука. Да, щучка. Ух ты какая. Да не, не, не надо, не надо, не доставай. От нее потом больше возни будет в этом. Щупа-кобра. Ух ты какая. Моя щука была. Маленькая. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, молодец, сама отцепилась. Красотуля. Ну вот говорю. Мне первый раз тоже, видимо, щучка цеплялась. Ну, такая вот шебуршонок. Тебе амнистию, ты еще не дорос. Поклевок больше нет, что я предлагаю, давай снова заведемся, проплывем, просмотрим еще раз этот участок. Может, по-другому перевстанем? Может, с другого угла оно будет кусаться? Вот она! Догнала! Сначала бум, не попала. Да нет! Ух ты, это даже судачок. Это даже не щукер, это оказался. Ой-о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 й. Да все, 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 сдаюсь, сдаюсь. Джекал, ритм, вейв. Видишь, что здесь на вытеке. Малек вытекает и стоит. Всякая разная рыба, да, то есть и окуни, и щучки есть, и судачки. Ага, мы тебя поснимаем, кого-то забодал. Я же говорю, там рыбка стояла. Вот. Полчаса ты с ним боролся. Шел. Прикалываешься. Да, видишь, такой же. Клыкастый. На выбросе прям падал. Сразу хлоп и все. Ну давай. Ух, какой ты шустрый. Есть контакт. Вот она. О, а у меня, походу, или судачок, или окунь. Короче, не надо подходить, да? Не, окунь. Окунь? Окунь, походу. Да. Я сегодня, короче, по добрым окуням специализируюсь. Ведро было, ты говорил. Хороший окунящик. А? Ой, под окуней-то у тебя ведро было, а? Ну, есть ведро. Это может быть второй за всю рыбалку, говорит, складывай куда-нибудь. Повешай. Чё там, кто там? Щучка? Щучка пугает тебя. О, ну такая щучка даже ничего. Ой-ка наш подсачник обмоем. Подожди, 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 ты ко мне. Ать. О, занимайся. Ну щучка нормальная, с килограммчик. Если ты ее будешь чистить, то цепляй. А как ее цеплять там? Как? Ну а что и будет, конечно. Ну что, народ, я скажу, что пока что у нас все очень даже неплохо. Для первого раза мы даже какую-то рыбу поймали, пару, да немножко так на шару.
Шли, в эхолот, хоба, на что-то похожее на рыбу. Давай встанем, покидаем, встали, кинули, поймали. Перестало клевать. Покрутились, не ловится. Решили пройти маленько дальше. Опять то же самое видим. Встаем, кидаем, опять поймали. В общем, как-то так вот и ловим. А стоим сейчас, ну, получается, на вытеке из большого залива. То есть водичка отсюда скатывается. И, видимо, вместе с водичкой скатывается и хищник самый разный. То есть и судачок небольшой, и окунь, и окунь хороший очень. Вот, щучки небольшие. В общем, весело. Посмотрим, как у нас будет дальше. Вот, пару слов про снасти еще хотел сказать. Сегодня пробую новую удочку. Это Nord Stream Experience. Но не тот, который у меня был, а который до 52 граммов. Мощная лодочная палка. Пока что впечатления крайне положительные. В общем-то, ну, на то он и Experience. Катушка 4000 Twin. После ТО работает просто замечательно. Плетенку намотал. Это Fanatic Super Jig, бюджетная плетеночка, она заявлена как 0,6, по факту это полторашка по Японии. Дико крепко, я зацепил корягу, тянул, я так и не смог порвать, короче говоря, ее. Вот, и эта плетенка вот что сделала с джиг-головкой. В общем-то, шансов у джиг-головки не было, у коряги тоже. То есть явно здесь не плетенка была слабое место. Такие вот пироги. Ну, немножко сегодня сумбурно, как-то не получается какого-то плана сделать, как попало, все выходит. Ну, такой у нас первый выезд. Ладно, продолжаем ловить. Дно найти не можешь. Слева мелко, по центру глубоко. Справа тоже мелко. О, есть! Хорош! Так, подсак давай! Фу, вот это он-то мне... Алло, ты вообще пойдешь сюда-то? Господи, пятки в пол, тапки в пол, или кто-то... Душа в пятки вспомнил, как называется. Хорошая! А что за рыба-то? Она уже вообще вон где. Рыба, ты кто? Сейчас мы здесь вот достанем. Ну, это, видимо, щука. Потому что она, если так быстро сменила локацию, ну, это явно не судак, но щука хорошая. Или так она на течке ощущается, конечно. Не, ну, и щука нормальная. Подожди, сейчас мы аккуратненько поднимай. Оба! Готова, красотка. Тихо, не поднимай высоко. Пускай она там дуркует, я ее достану сейчас. Все. Хорошо, ну-то. На течке просто она такое выдала, конечно, да. Тут, ну, такой вот щупакабрик. Ну, не шибко большая, полторушечка, наверное, где-то. Нормальная, зачетная. Че, подсадим ее еще к тем товарищам? Ну и нормально у вас уже плотный ужин рыбный. Ух. Давно таких поклевок не было, прям. А! Да, большая вода, здравствуй. Так, хочу поставить снова большой еброхвост, только уже не буду джиголовку одевать, я ее раз одел, кое-как отцепил. Поэтому сренаряжу на офсетном крючке. Кстати, вот, ребят, по офсетным крючкам, это у меня крейзифишевских я сегодня набрал. И у них есть вот такой вот лютейший крючок размером 7.0. Как оказалось, только он у меня подходит к Rhythm Wave размером 4.8. А я хочу поставить именно его, то есть большой 5-дюймовый брохвост. Из того расчета, что может быть соблазнится еще какая-нибудь более крупная рыба. Активность у него вроде присутствует, судя по характеру поклевок, что я чуть-чуть из лодки не выпал от счастья. Попробуем вот такую вот колбасу зеленую. Вот реально, скажите мне одну приманку, с которой можно выйти на воду. Большую. Вот только одну, чтобы я взял. Это будет Rhythm Wave. Вот этот виброхвост. Безумно я в него в том году влюбился. И не подводит. Опа. Да это не показатель. Она выходит сейчас на струю, на течение. Сейчас же жарко. Вода очень теплая. Я тебе сказал, что она здесь стоит, прямо говорю, единичная рыбка.
Сидит, болтается. Вот он. Вот я его, наверное, и видел там, и ни одного. Судачишка? Клыкастик. Ну, удар-то был я. Ну, а то. А потом не потёк. Ты ему аж губу оторвал, как ты его посёк. Вот, поклевка была. 5-дюймовую гапнул. Ну ты даешь. Может быть, и не тут мы стояли, хрена поймешь. Вроде та же самая бровка. Залез я на нее. Вот она! Окунь. Нет. Бешеный шнурок. Да. Бешеный, очень бешеный шнурок. Вон такой. Вдогонку хапнул. Я думал, окунь. А это толстый, отъевшийся. И тебе еще и приманку надо было. Вот ты проказник, а. Угу. Прямо вот на этой бровочке, которую я здесь видел-то, в камеру. В камеру говорю. Ну, 3 метра. Чё, плюёт? Вот она, рыба моей мечты. Да ты чё, обалдел, пацан? 130-й ререйндж и вот такой вот окуняра. Нормальный ход. Разловил наконец-то темно-зеленого ререйнджа 130-ку. Ничего себе. Я что-то щуку планировал поймать. Но я говорю, какая-то рыба стоит в толще воды. То есть это и было похоже на окуня. Вот, ну, окунище нормально. Доберу его компанию к тем, куда его девать? А я его в ведро кину. Тут уже недолго ему тусоваться, не испортится. Ты же понимаешь, это самый наглый клюнул из всех. Ну, надо попробовать все-таки уменьшиться. Поклевка. Чуть удочку не отобрал. Зарядил так. Чуть не потерял удочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, сам молодец, все сделал. Солшеда хотел у меня отобрать злостно. Я считал, окуня поймать собирался. Вообще. Я такой, легонечки такие, рывочки мягенькие, окушка поймать. Ага. Поймал. Ну все, народ, вот и закончился этот рыболовный день. Я думаю, получилось очень даже неплохо. Лодочка обкатана, мотор обкатан, все получилось. Еще и даже рыбы половили, и спиннинг новый обкатал. День просто... О! Эмоции зашкаливают. Вот. Мы двигаемся в сторону берега. Ну а раз вы смотрите это видео, значит, доплыли, ничего у нас не треснуло, ничего у нас не поломалось, все у нас хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, народ. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Поехали! Мы пока на обкатке, нам быстро нельзя, поэтому как медленные черепахи мы поползли домой.